Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами ведем трансляцию с города Андижана, со стадиона Истихлол, где Андижан принимает Нефчи, и у нас уже идет 17-я минута игры. Сразу же скажу, что есть технические неполадки. Были они, вернее, у организаторов на местной арене. Но вроде бы электричество дали, так что кино вроде у нас будет. Итак, дорогие друзья, Нефчи сейчас мячом. Нефчи идет в атаку. Нефчи ведет, кстати, в счете на 9-й минуте. Автор забитого гола. Произойти интересное. Навес Бубурбеков-Архотова. Неплохо получается у андижанцев. Удар поворотом со средней дистанции. Ну и вот теперь, дорогие друзья, во время паузы давайте пробежимся по составам играющих команд. По традиции начнем с хозяев. Итак, у андижана главный тренер Александр Хомяков сегодня выставил 4-4-2 такую формацию. В воротах Игорь Литовка номер 72. А четыре защитника на флангах Ахками. Ильхом Абдуганиев, а также Бабур Фарходов за нее отвечает под номерами 10 и 7. Это атака Нефчи. Хорошо! И на 20-й минуте счет нашего матча становится 0-2. Нефчи с большими амбициями, с большими претензиями, друзья, на победу супер. Ну, возможно, будет бороться за медали, но, по крайней мере, пока команда Виталия Левченко, которого я еще не успел представить, ведет 2-0. И вот за всем этим следят ферганские фанаты, только что мелькнувшие на наш экран. До этого Турапов, теперь Тохтасинов. Давайте еще рассмотреть, как это все дело развивалось. Тащит мяч и делает классные передачи на дальнюю вратарскую. Придумал этот пас Тома Табатадзе. И пустые ворота. Только осталось подставить ножку Тохтасинову. И вот там никто не останавливал. Все внимание на лайнсмене. Ну что, он там флажок не зажег. Значит, Ахрола Рискулаева я вам назову. Этот человек отвечает за вар в сегодняшнем матче. Возможно, крутит. И с вами на русском. Итак, стандарт от андижана. Наверх штрафную площадь. Борьба в воздухе. Хватает. Вот он тоже приблизительно с такой же радостью на лице праздновал забитые голы. Другое дело, что у Ханса Дитера Флика вообще не было никаких эмоций. А вот у Левченко в глазах, знаете как, помните, временем желтую карточку получил. Вот за это все. Мяч не попал, в ногу сопернику двинул. Главное высоко поднять мяч. Итак, Назаров с левой вешает на дальнюю вратарской. Оборонялся Нефчи. Удар! Ох! Турай. Он мог, кстати, просто свои кулачки так выставить перед собой. И решил бы он этот эпизод, но так, смог? Не знаю. Ну, что-то похожее получилось на исландский вулкан. А это андижанская атака. Очень хочет забить. А, вот оно в чем дело. Если бы здесь не Андижан отыгрался бы, то бишь забил бы гол. Его потом на 3 единицы. А что из этого будет? Навес во вратарскую. Неразбериха. Там серьезно ему досталось. Вот еще раз смотрим. Два футболиста летело на него. Маматказина сначала стукнулся. Ларин. Потом уже по инерции с собой утащил Ильдара, и вдвоем они вон, видите, в литовку. Как инкубатор, да? Именно оттуда появляется Максим. Ой! 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 Вот это да! Соперника, ну кто это придумал пас? Вот это да! Фарход Бикмуратов. И футболист Андижан Абдуганиев. А желтый получает Табададзе. Спасибо. Мяч потерян. Табададзе его забирает. В него влетает. Хорошо. И отсюда удар прямой. Ух, показалось. Да, Шахбол Зыркинов, диктор на стадионе, назвал его имя, фамилию. Ой, а чью сторону возьмет сейчас Наджаф Алиев? У Тохтасинова есть желтая карточка. У Сахипджанова она тоже есть. Причем у них теперь плюс один по игрокам. Никто не хотел уступать. Другое дело, что ногами влетел Тохтасинов соперника. Навес. Прострел. И вот перевод на левый фланг. А пас? Где пас? Последний, точный, качественный. Навес. Удар! До удара дело не дошло. Арвеладзе успели накрыть. Может быть, и здесь такую тактику видим. Литовка сходит в штрафную площадь. А пока Турай кулаками мяч выносит. И удар поворотом. Кричат андижанцы, что мяч угодил в руку.
Мендес. Штрафную. Мяч как-то так, знаете. Вроде бы была возможность. Двигает стоя. Наблюдает. Но пока игроки не дают повода. На волнение, если это была бы первая или вторая игра в Суперлиге. Это уже пятый тур. Вот здесь, смотрите. Мяч подпрыгнул. И давай. И удар. И мимо. Причем бил-то по мячу Сахиф Джонов. Атакующий полузащитник. Нападает. Дорогие друзья, в последних 5 матчах они лишь один раз катали, расписали мировую с Андижаном. Один раз. Такая неприятная, черная где-то. Может быть, серая. Для Нефчи прервется. Все к этому идет. Сегодня пока не пропустили. Но вот Ивадзе, прочь, Арвеладзе. Навес. Заберет, конечно, мяч. Да, наверное. Штрафную! И бей! Удар! Но все, это не день Андижана. Если такие моменты мазать, все вытащили, а? Ну, разжевал ему хибай. Как для человека, у которого, знаете, зубки еще не крепкие, для ребенка. Разжевал ему кашицу. Бей, заноси, ну проглоти просто, и все. Переваривай. Это все. Друзья, давайте досмотрим, что завершит эта атака. И здесь не дадут пробить, а тут дадут. И здесь не дали. Навес штрафную. До удара дело не дошло. А вот и удар! И Тураев! Сейвище, друзья!